Громко скажи, как зовут? Харченко Михаил. Погнали? Что-то погнали так. Тут, сейчас. Да. Ну ты красная, Слава. Ну тут это. О, блин. Раз. Что-то. Блин, со стороны-то это легко кажется. А, ладно. А если я сознание потеряю? Ну, там все равно откачу. Фух, ладно. Но у нас еще никто не потерял ни разу. Да блин, ноги дрожат. Так, если что, держаться сюда не канает. Да, только вот за красную манжеточку. Да-да-да. Лучше вообще не держаться. Так, и... Да что ж такое? Раз. Вован, да страшно! Я не могу что-то вообще. А я не... А, ладно. Ага. И полетели. Да, блядь. Все так долго или я один такой? Ну, по-разному. Бывает и дольше. А, да что ж такое-то? Чего? Да, он уже про спуск говорит. Прыгай все равно. Да блин! А, ладно. Ладно. Раз, два, три. Все, последний вопрос. Когда я прыгаю, получается, меня трос натягивает, я вот так разворачиваюсь спиной? Да, тебя развернет направо. Направо. И ты вниз спиной будешь. Все, отлично. Раз. Все, прыгаю. И... Вначале сыкотно, очень сыкотно, а потом нормально. А, жесть. Давай обрежу, где я боялся. Да, давай это обрежу. Блядь, я попрощался со всем, с чем можно было попрощаться. За двоих скинешь? Да, за двоих.